который называется Fortress, если не ошибаюсь. Fortress. Тоже придется немножко полазить, но ничего страшного. Полази. Тем более, что Дрейку не привыкать. Так. Ну, вот что касается лазания, именно в игре его, в этой игре его довольно много. Вообще, первая часть, она очень красивая, на самом деле. Она красивее, чем вторая, даже третья. То есть, за счет того, что тут... Блин! За счет того, что тут я разбился! С чего я должен отсюда начинать? Я что-то не понимаю. Ну ладно, окей. Прыгаем, прыгаем. Мы с Нейтом прыгаем. По уступам, по морям. Что? По морям? По морям, по-моему, нельзя прыгать. Или можно? Ладно. Так, тут нужно раскачать. Отлично, допрыгнул. Тут просто нужно стиком указывать направление, куда ты хочешь прыгнуть. Вот, я в прошлый раз не указал его. Вот, сейчас все нормально. Так, запрыгиваем в окошечко. Я надеюсь, что тут есть какое-то оружие, потому что у меня... ну, хотя у меня все есть. Единственное, что я бы еще гранат пожелал, но... Будет жирно, наверное. Разработчики решили, что будет очень-очень жирно. Так. Но мне сейчас оружие не пригодится, по сути. По сути, пока одно скалолазание. Нет. Отлично. Вот тут вот такой момент, что я постоянно падаю вот именно на этой лиане. То есть... Я не знаю, с чем это связано. По-моему, тут можно еще пониже опуститься, нет? Опустись пониже, Нейт. Так, во. Теперь я точно должен допрыгнуть. Просто да, прикол в том, что нужно вот с самого конца лианы прыгать, и тогда ты допрыгнешь точно. Или наоборот. А, наоборот, повыше надо допрыгнуть, о боже. Наоборот, повыше надо немножко подняться. Ну, это проклятая лиана, я вот 100 раз на ней, наверное, уже умер. 100 раз. Такое самое такое жесткое, конечно, место. Ну ладно, преодолеем его. Так. Наоборот, повыше надо подняться. Сейчас он остановится, мы немножечко повыше заберемся. Вот теперь, по идее, должен допрыгивать. Вот теперь все супер. Я перепутал, действительно нужно немножечко повыше так забраться, и все будет хорошо. Врывается просто Дрейк в чужие. О, тут есть УЗИ. Замечательно. Этого пацана можно, по-моему, стелсом убить. Я не ожидал этого. А, только меня сейчас перестреляют. А, ты что, еще не умеешь? Да ладно. Блин, ладно, не буду. Не буду высовываться. Может быть, у меня проблема. Там гранат прилетел. А, мини. Пацан просто очень криво кидает гранаты. Решил показать свое мнение. Отличный хедшот с одной пули с калаша. На нормале, по-моему, нет автоигр. Просто я уже довольно долго играю в мультиплеер Uncharted 3. То есть я примерно знаю, где может быть прицел, и как бы заранее стараюсь целиться туда, куда мне нужно.
такой неугомонный, ты смотри. Последние пули просто хэдшот ему сделали. Так. Передай привет. Пу! Вот это я люблю. Так, тут дробовик, пистолет. Ну, пистолет мне не нужно. ПМ, да, ПМ это пистолет Макарова, конечно. Это мы все знаем. Ну, наверное, Дрейк не знаешь, что такое ПМ и кто такой Макаров. Ну, ты его проучишь. Решетили, второго тоже. Серый экран. Пока покружимся на месте. Если кружиться долго, то можно восстановить как можно больше здоровья. Я шучу. О. Ты откуда толстяк взялся? Пум, поменялись гранатами. Только он подорвался, а я нет. Кстати, рано я сказал, я бы мог подорваться, если бы еще немножечко прошел вперед. Так. Брат, убивать. А, там пацан с пулеметом, точно, точно. Будут проблемы сейчас у меня. Так, вот сейчас бы мне как раз Макар пригодился, конечно, это визишка. Так, ладно. Граната бы пригодилась, если честно. Так, ладно, с этим справились. Ага, этот решил обойти такой самый. Бах, на бочке оторвался. А, нет, блин, я зря вообще пошел в лобовое. Ну, за секунду меня расстреляли просто. Даже не успел сориентироваться. Так, гранату я сохраню, наверное, вот на этого пацана. Прикольно. Фу-фу-фу, то, что произошло. О боже. Одни взрывы. Я вроде бы ничего такого особого не делаю. Так. А, блин, он меня видит. Он меня издалека вообще видит. Да блин. Дрейк. Спрячься за против. Какой там меткий парень-то, ё-моё. А, это... Я думал, он мне прямо за шиворот закинул с такой верхотурой. Просто. Так, это вот это пацан должен быть. Мешать, потому что... Человек, блядь, паук. Ты вообще успокойся, я с тобой вообще даже разговаривать не хочу. Ты пулеметчик? Пулеметчик вот тут. Завтыкал что-то. Так, нет, 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 умирать я не хочу. Переждем. Ну, теперь я готов. Того пацана-то я снял, я надеюсь. Мне не придется его добивать. Так, я лучше возьму Макаров, точнее. Так. Так, нам сюда, вот сюда, вот. Нам сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот. И вот сюда вот. И потом вот сюда чуть-чуть. Так. Кулашников. Кулашников это хорошо. Ага, вот сейчас мы доберемся до... Парашют... Эй, что за стрельба? Пацаны, я так не договаривался. У меня вообще-то виза есть, не надо в меня стрелять. Еще главное, непонятно откуда лупят. Просто вот пацаны стреляют, но непонятно откуда. Что называется, звук идет, попадание фиксируется, а откуда они стреляют, просто не ясно. Просто не ясно. Как бы бывает просто и ясно, но тут просто не ясно. Так. Ага, то есть сейчас будет составочка у нас.
А вот и Елена, да, она решила поснимать прямо в эпицентре событий. Ну, такие, наверное, кадры очень даже ценятся. Бука, Пинту! Сиелано! Чепатан, Бука, Пинту! Дай! О, бой. Дрейк решил подкинуть нам немножко проблем. Так. Дрейк подкинул нам проблем. Сволочь. Так, это мы с ним сейчас с бочкой. Это тоже, в принципе, можно бочку убить. Две бочки взлетело, поэтому засчитался даблхил. Ну, этого хедшота. Все внутри класс четко. Так, теперь надо вниз. А, вот он кто стреляет? Ох ты гад. Четкий хедшот 360 градусов с разворота. Бах, просто пацан. Как дела? Так, ты мне тут гранат не кидай. Передавай привет своим дружкам. Таким же вонючим ублюдком, как и ты. Что послал тебя, Дрейк? Так, чё, пулемет? О, да, тут пулемет. Как мне сейчас бороться с пулеметом? Кто-нибудь мне подскажет это или нет? Так, мне надо как-то пробиться поближе немножко. Но тут есть небольшой, кстати, секрет. Тут есть секретная комната. Так, только. Чтобы до нее добраться, надо как-то так. По-моему, где-то тут можно забраться. Да, вот сюда сначала. Этого пацана, по-моему, все равно придется убивать. Нет. Я слишком наивный, если пытаюсь как бы убить его таким образом. Ну, там можно его выцепить. Трону так стрелять. Блин. Братья, у него просто тратит мое время. О боже мой. О, какой ты сложный парень. Ладно. Ладно, пофиг с этой, на эту комнату. Чуть не могу в него попасть. Вроде раньше с ним проблем не было. Ну, какой-то больно жесткий пацан. Так. Так, ну мне тут его не убить. А. Мне все равно придется его лезть на верхотуру и убивать его сверху. А, погоди, вот же она. Да, вот эта комната. Тут есть гранаты, есть пистолет. И тут есть гранатомет еще, кстати. Вот так вот. Так что нужно сразу посетить эту комнату и передавать этому ублюдку привет. Нейтан Дрейк не прощает. Прости. Он бы простил тебя и отпустил бы твои грехи, но ты слишком грешен, сын мой. Так. Забираем все добро. Ну и зло, если хотите, тоже можете забрать. О, да, тут тоже перестрелочка такая. Тоже одна из самых слабых в игре, потому что просто валят со всех сторон. Так. Тут нужно пытаться одного из них снять гранаты. Блин, я перекинул. Ну ладно, может быть того дальнего задеть. За дело. А, ладно, пробуем как-нибудь снять сначала этих. Так, отлично. Вот этого пацана. Давай, умри. Отлично. Теперь этого. Обалденно.
Так, вот видите, да? Пацан просто зашел за спину. Сказал: какой честный бой, когда я могу зайти тебе со спиной и расстрелять тебя. О чем ты вообще говоришь? Так, отлично, кажись, я ему хэдшот сделал. Так, тут сейчас пацаны появятся, и я их удивлю. Фу-ху-ху. Как вам сюрприз, ребят? Я надеюсь, что вам понравился. О боже, пацан вообще решил меня пристрелить, и он это сделал. Просто одному пацану проиграл в битве, один на один причем. Ладно. Ладно, ладно. Но я был не в укрытии, то есть мой минус. Я зачем-то пошел в лобовую. И как мне кажется, в следующих частях такого вот не просто ни в одной, скажем так, ситуации бы не произошло, что один на один Натан Дрейк может проиграть, скажем так, бой против соперника. Так, убили, отлично. Да, я про тебя не забыл. Так, 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 так. Вау, патроны X2 сразу же дали. Ближний бой. Так, тут пацаны. Я тоже не успею. Блин, да я забыл, что там другая кнопка. Гранаты. Так, на него все-таки подорвало, отлично. Ты там успокойся, ты меня в прошлый раз убил, тварь. В этот раз тебе этого сделать не позволю. Я никуда не тороплюсь. Выглянул, пацан получил табло. Все. Все в жизни закономерно. Так, ладно. Нужно немножечко подняться. Ай-яй-яй, кто там такой? Кто там такой смелый? Еще и с дробовиком, я так понимаю, да? Ну-ка. Что такое-то? Откуда-то снизу херачит. А, там два пацана с дробовиком. О, боже. Вот он гранат такой. Так, одного разорвало, а другой спрятался, да? Да. Кажись, все. Блин, надеюсь. Давай, Нейт, давай! Есть. Так. Значит, тут нужно запустить воду. Чтобы она текла. Так. Неистово просто нужно нажать на кнопку. Так. Спрыгиваем. Теперь нужно на другую сторону и проделать то же самое. Ну, делать, конечно, нужно это в особом порядке, то есть вы просто не сможете сделать, допустим, наоборот, то есть запустить сначала право, потом лево, именно в том порядке, который я указал. Так, блин, да что такое это? Сколько можно-то нажимать на этот треугольник? Отвратительно. На треугольник вообще очень сложно нажимать, потому что это самая верхняя кнопка из четырех. И вот быстро нажимать на треугольник, это... То есть можно на X быстро нажимать, можно, допустим, на квадрат, можно на круг, но не на треугольник. Ну что ж, у нас началась 6 глава, но продолжим мы ее в следующей части. Всем огромное спасибо, с вами был Брайан Фёрст, удачи, подписывайтесь на канал, и я буду почаще выкладывать новые эпизоды, если вам эти понравились. Все, всем пока. И удачи, хорошего настроения. Не, просто задумался, хотел посмотреть, что сделает Нейт. Интересную он делает анимацию. Ну ладно, все, 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 теперь точно все. Давайте. Удачи. Да. Пока.